Ну, давайте и нам так. Ну, просто красиво так. Сегодня с нами родные героев Небесной Сотни. Сегодня исполняется 3 года с этой черной даты расстрела в Киеве. За эти 3 года не прошло ни одного дня, чтобы я днем не вспомнил, потому что его портрет висит у меня в спальне, в изголовье. Я просыпаюсь с мыслью о Жене. Как сказал один умный человек, что в темные времена особо хорошо видно светлых людей. Вот Женя был светлым человеком. Об этом сейчас все говорят, и надеюсь, что все будут помнить еще долго. И очень хочется верить, что я доживу до тех времен, когда мы построим Украину, о которой мечтал сын, настоящую европейскую. И что все у нас будет хорошо в этой Украине. Слава Украине! Меня очень многие спрашивают, ну, как, наверное, и все слышали такой вопрос, а почему он туда пошел? Знаете, как на этот вопрос ответить могут только те люди, которые стоят здесь, потому что они знают, почему они здесь сегодня, почему они здесь были год назад, 2 года назад, и почему они будут дальше приходить сюда и что-то делать в этой стране, и надеяться, и верить. Что-то доброе растет в каждом из нас. И что-то доброе, оно переносится на других людей, независимо от того, что хотят они или нет, они уже живут в этом мире, в мире свободы, в мире добра. И еще раз благодарность каждому, действительно каждому, кто здесь есть. И я очень надеюсь, что эта вера, которая с горчичное зерно, она прорастет и дальше. Будут огромные изменения в нашей стране, и мы это увидим. Герои не вмирають, тому що те, що зроблено ними, залишається в генетичному коді народу. Ці герої, які загинули 3 роки тому, залишили по собі незламність і непереможність духу, бо перемогли вони не збройною силою, бо вони були майже беззбройні. Не мали вони захисту, в них не було нічого, що можна було протиставити озброєним до зубів їхнім супротивникам. Вони мали силу духу. І в нашій генетичній пам'яті залишиться перемога силою духу, яка кличе нас далі перемагати. Серце наше рветься на частини, але сила духу повинна його зміцнити, бо треба, щоб серце народу нашого билося далі і штовхало нас вперед. Найкраще, що ми можемо зробити для героїв Небесної Сотні, це навіть не пам'ятники, це навіть не наша пам'ять, це наша мужність, це наша воля до перемоги,
це те, що ми можемо зробити в своєму житті, змінивши життя цілого народу, всієї країни. Хай Бог всім нам в тому допоможе. Слава Україні! І ще раз, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!